В актовом зале администрации непривычно тихо. Заседание Думы перенесли практически в последний момент. Эпидемическая обстановка в городе затронула и народных избранников. Многие болеют, а потому сессию было решено провести в дистанционном формате. Регламентом он предусмотрен. Подобный опыт у Думы уже был в начале пандемии в 2020 году. Мы разослали все материалы депутатам. Сейчас они имеют возможность с ними ознакомиться. В понедельник в рамках нашего регламента они должны направить с помощью средств электронной связи свои листы голосования на электронную почту городской думы, а до вторника направить в бумажном варианте со своей подписью эти же листы голосования. Контакты докладчиков по вопросам повестки также прилагают для того, чтобы депутаты могли задать все интересующие вопросы. Подобная практика может распространиться и на заседания комитетов, если эпид-обстановка в городе не улучшится, пояснил Антон Ульянов. Работать с повесткой Думы будет проще, поскольку ее вопросы уже не раз обсуждали на комитетах и свое мнение о них сложилось у каждого депутата. И в первую очередь это введение положения о наградах города. Мы на двух комитетах рассматривали этот вопрос, и вы прекрасно знаете, что это документ, который, по сути, утверждает наградную политику городскую. Причем всеобъемлющая наградная политика, связанная с деятельностью органов местного самоуправления. Никакие другие награды, которые в этом положении не прописаны, вручаться органами местного самоуправления не могут. Еще один вопрос, не требующий отлагательств, это установление тарифов за найм жилых помещений. Напомним, в вопрос повестки не входят тарифы многоквартирных жилых домов. Их народные избранники рассмотрят отдельно на заседании рабочей группы. Есть еще вопросы, связанные с протестом прокурора и внесением изменений в положение о статусе депутата. Вопрос не носит срочный характер, но тем не менее это тоже работа, которую нужно сделать. О итогах работы Думы в дистанционном формате журналистам расскажут на брифинге, который планируют провести на следующей неделе. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.